админом никого нет. Никого нет. Сейчас Петус поиграет, да? Смотри, смотри, кочегар, кочегар, все, нашел их. Чпоньк, чпоньк. Чпоньк, косой. Этого брата. Сейчас его своя же граната убьет. Все, пахана. А сзади обходят. Не, тут все хана уже. Граната просто отскакивает влево. На мечку. Прок врагу спрыгнул. Видите, ты догоняет. А он не поймет, что это враг. Он не понял, что это враг. Не-не, он понял. И он предлагает ему сдачи. Дебилы, блядь. Заложники берут. О, даже целенький, целёхенький. Все его разрушит. Кочегар. Все, союз, короче, понятно, все с кочегаром. Продался. Да. За хилку. Прикольные они, пацаны. Сейчас будет неинтересно. По плечу пообхлопал, типа, такой, все нормально, брат. Да там биос заходит. Блин, может... Да он, наверное, этот, прикинулся. Тут, наверное, хуй поймёт один. Сказал свой-свой, наверное, может. Я же говорю, он не понял. Я так и думал. А я еще извиняюсь. Вы видите, как бы похлопал по плечу, типа, сорян, братан. Попутал. Вот зараза, а. Я так и знал, что это враг. Он говорил свой-свой. Просто он, ну, как-то по форме не похож был на украинского. Паша, ты это записал? Да. Кинь ему, как учебное пособие, быстро на будущее. Махнул там, прибежал, ебало такое, виды немного. Кочегар даже не заметил. Сейчас Вивос будет. Вивос. От зараза. Кочегар! Опять что ли? А что? А Вивос навалился, у меня сквозь текстуру. А, я сквозь. Смотри, Эд сейчас к нему подойдет, ну, видимо, сейчас все об это сломаются. Кочегар даже не понимает. Смотри, не говорите, что это враг был. Это враг был, я б него тот же. Я его, представляешь, я его расстрелял, потом начал лечить, он такой, да свои, типа, вообще-то. Прикиньте, сейчас Зенит тоже попадется на это говно. Я его лечить начал, представляешь? А он похож что-то на, ну, на так нас. Я и говорю, похож на этого, на ополченца, а не на Зенит, он похож очень сильно. Слышь, а посмотри приколюху, а подожди, Вилас умер об эту, что ли, об текстурке? Нет, они обоюдно убили, попытались. Детус явился. Блин, короче, осталось 2 на 1. Было 4 на 1. Я думаю, шансы есть у Корчика. Надо было расстреливать, блин, потом лучше бы извинился в этом. А потом бан получил бы. Не, он, знаешь, он так, типа... Вообще-то, типа, свои, ты чё стреляешь, типа, я такой, блин. Детус замандражал такой, оп-оп. Надо было расстрелять. Все, теперь ползучий отключился. По-моему, Детус же что-то там учуял, что попахивает давно, что-то почему-то. Что-то тут не так. Все, обратно вернулся к Чигар. Такой, блин. И дальше пошел обстреливать это. Воздух. Он просто, короче, этот, на шухере. Типа, всех пугать. Кочегар, можешь попробовать подойти и сказать, типа, это я Зенит? Ну, я думаю, не прокатит. Не, да, по голосу будет палевно. Детус уже понял, что как выглядит враг. Не, ну может не понял, как он выглядит, но понял то, что тут что-то неладное. Тут уже какие-то шарятся, да. Что-то гопник какой-то у меня пробегал, что-то не так. Знаешь, под свои кто-то там. Если он подойдет к трупам двум на одном месте, то он же что-то поймет тут заранее. Не, ну вообще посмотрите на Детуза и на Кочегара, разница есть. Ну зелененький, конечно, но разница очень сильная. Броники такие другие. Большая схожесть. Нет, Зенитом. А я в чем прикол? Детуз сейчас дам этого Кочегара просто. Смотри, прям знаешь, чувствует, он там полежал. Детуз такой не понимает, что тут происходит, посмотрите на него. Такой, что тут произошло? Тут похож на ополченца, а этот тоже был похож на ополченца. Так еще подкрадывает. Ну, рубашки у Кочегара, он такая вот грязного цвета.
говном обмазанный сразу. Куда я знал, что это украинские? Смотри, спорим, сейчас Кочегар убьет Детуза. По-любому. Да Детуз стоит спиной, он нифига не дупляет, что происходит. При этом я убил Кочегар. Убьет, убьет. Ой, еще синий кричит. Синий. А я не видел, где он пошел. Кто это там? Это был враг. Посмотри, Нита просто в текстурку засосал. Боже. Жесть. Просто три парня попались на это говно.